Нет, нет! Нет! Только не дверь! Извлечение. Здравствуй, Гарри. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Здравствуйте. Замечательно. Гарри, не желаешь ли прогуляться? Забыть о своей фобии и пройти через дверь? Нет, только не через дверь. Ну же, Гарри, не будь ребенком. Все будет хорошо. Нет, не сейчас. Я хочу остаться здесь. Пожалуйста. Ты же знаешь, это невозможно. Подумай о чудесном мире, который ждет тебя снаружи. Популярность, процветание, спокойствие, роскошь, эмоциональные переживания, птички, цветочки, телевидение и многое другое. Прямо за этой дверью. Только не через дверь. Жальтесь, доктор. Почему я должен покидать это комфортное место? Здесь есть все, что мне нужно. Мой сад, мои цветы. Вы подумали о них? Что будет с ними? А мой аквариум? Видели мой аквариум? Кто будет кормить этих бедных созданий? Уже уходите? Да, Гарри. Но я вернусь, и мы продолжим говорить о твоих рынках. Как жаль, ведь именно в это время года фантики от конфет особенно прекрасны. Дорогой Гарри, переход из одной комнаты в другую может произойти только когда ты пройдешь через... Давай назовем это вертикальной рамой, разделяющей две разные зоны и позволяющей свободно перемещаться между двумя этими зонами. Понимаешь? Ну, хорошо. Я предлагаю проделать небольшое упражнение, которое позволит тебе избавиться от твоего страха. Нет! Только не дверь! Только не дверь! Нет! Спокойнее, Гарри. Послушай меня, ладно? Если ты пройдешь через этот проход, ты все еще останешься в этой комнате. Это абсолютно безопасно. Лжец! Я докажу. Смотри на меня. Вот здесь, и раз. Я все еще здесь. Я нахожусь и здесь, и там одновременно. Забавно, правда? Как видишь, это абсолютно безопасно. Идем. Сделаем это вместе. Что ж, достаточно. Господа, унесите это. Ну-ну. Все уже закончилось. Как ты себя чувствуешь, Гарри? Послушайте. Вы слышите? Музыка. Да, невероятно, не так ли? Ага. Вот видите, что я вам говорил? Спокойствие, безмятежность, безопасность. Настоящее гнездышко любви. Чаю? Кофе? Соку? Нет, спасибо, ты очень любезен. Прими мои поздравления. Твое гнездышко обставлено с невероятным вкусом. Правда? Вам нравится? Очень. К слову сказать, я очень неравнодушен к твоим картинам. Ох, всего лишь скромные произведения искусства, знаете ли. Нет-нет, не могу с этим согласиться. Цвет, динамика, тема, композиция... Нет, поверь. Эти работы заслуживают выставок в лучших картинных галереях Парижа. Я уверен. Так, приготовьтесь. А мой аквариум? Что вы о нем скажете? Он прекрасен. И совершенно тут необходим. Ключевой элемент твоего интерьера. Нет, он не здесь. Мой аквариум там. На другой стороне. Ах да, конечно же он там, твой аквариум.
Я такой глупый. А теперь, Гарри, послушай внимательно. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Посмотри, перед тобой открыты все двери. Все двери. Гарри, хватит уже. Пора. Нет, еще не пора. Уходите из моей комнаты, убирайтесь. Гарри, не вынуждай меня применять меры, которые я не одобряю. Хорошо. Похоже, на этот раз у нас нет другого выбора. Только не через дверь! Только не через дверь! Ну же, тушься! Тушься сильнее! Еще, еще! Тушься! Тушься! Да, еще разок! А, вот и мы. Вот он и здесь. Спасибо, мама. Спасибо, папа. Озвучено студией Кубик в Кубе просто так.